Всем привет, меня зовут Валдис, и в сегодняшнем видео я решил разрушить один незамысловатый лайфхак. То есть для него нам понадобится фен и одно яблоко. Так, фен у меня есть. А где яблоко? Здесь нету? Нет, походу нету. Может здесь? Нет, здесь тоже нету. И здесь тоже нету. Ну, конечно же. В холодильнике, как я сразу сюда не попал. Почему-то странного человека. Теперь, когда мы нашли яблоко, нам нужно положить его в морозильник. В принципе, на этом лайфхак наполовину выполнен. Стоило нам отыскать яблоко. Теперь ждем, пока яблоко полностью заморозится. Тогда мы его достаем, размораживаем, и по сути сок должен вытечь сам по себе. Ну, не сам по себе, но при нажатии на яблочко, должен прям вытечь. Ну все, наше яблоко, наверное, заморозилось. Теперь его нужно разморозить и выжать с него сок. Ну, пока наше яблоко размораживалось, я уже успел принять ванну, сделать все свои дела. Вот так долго это все происходило. И, кстати, яблоко оттаивало, можно сказать, само. Ну, после использования фена, конечно, маленечко. Я решил, что пусть лучше само оттает. Немножко поменял цвет. Ну да ладно, нам же важен лайфхак. Вот, что делаем дальше. Оттаяло, значит, яблоко, и мы должны сейчас просто нажать вот так вот на него. И должен отсюда вылиться сок яблочный. Собственно, вся суть лайфхака. Получится это или нет. Ну, приступим.
яблоко, оно стало вот таким мягким. Практически как губка. Но если, короче, еще подавить, можно еще маленько выдавить оттуда сока яблочного. Ну а пока получилось выдавить вот столько. Я не знаю, сколько это в граммовке, в миллилитрах, но пахнет яблоком. Блин, кайфный. Наверное, от яблок еще зависит. Прям, ну это прям яблочный сок. Да? Вкусный? Классно. Блин, ну этому лайфхаку можно поставить, я не знаю, хотя бы... Ну оценки, наверное, не оценки, но зеленую галочку, либо плюсик поставить можно. За такой лайфхак. В принципе, полезный, классный, вкусный. Вы были на канале Валдис Лайф. С вами был Валдис. Размотал... Не размотал, а проверил лайфхак. Он оказался рабочим, чему я рад. Так что за лайфхак. Реально прям вкусные. Яблоко тоже такое зеленоватенькое было. Вот. Так что покупайте яблоки, пробуйте настоящий домашний свежевыжатый сок. Только яблоко не забудьте заморозить. Всем пока. And I'm taking it over.